Здравствуйте, меня зовут Семен Чуфилип, я основатель школы финансовой грамотности для детей Easy. В этом видео я расскажу вам про учебные планы и приоритеты в учебном процессе, которые мы применяем в нашей школе. Что касается самых маленьких наших учеников, каждый урок предполагает определенную тему, цели и отработку определенных навыков, определенных мыслей и определенных привычек. Для маленьких у нас следующие цели – это научиться дружить с деньгами, делать первые накопления, ставить простые цели, развить математические способности, планировать расходы и разумно экономить. Разумеется, ребенок в 7 лет еще не в состоянии понять практические инструменты финансовой грамотности, однако именно в этом возрасте закладываются правильные мысли, правильные установки в голове и правильные привычки. Именно этим мы и занимаемся. Если переходить к детям постарше – у них уже будут свои темы уроков, свои цели и свои игры. Для среднего возраста мы ставим следующие цели. Это научиться умело планировать бюджет, провести первые деловые переговоры, изучить работу фондового рынка, принципы инвестирования, а также определиться с планами на жизнь. Все игры ориентированы на то, чтобы у детей формировались правильные привычки и правильное мышление. Для старшего возраста предлагаются уже более сложные темы и более практичные инструменты. Основная цель – это понять законы рыночной экономики, составить свой первый финансовый план, научиться создавать идеи для бизнеса и создать первый источник дохода. Для отслеживания качества учебного процесса мы используем карты развития. Карта развития комплексным образом показывает, что должен достичь тот или иной ученик, что он должен пройти, какой материал он должен усвоить, какие убеждения, понимания и привычки он должен приобрести. Карта развития состоит из 4 основных блоков. Первое – это, конечно же, теоретический материал, то есть это темы уроков, которые ученик проходит. Более 50% времени на теоретическом занятии проводится в игре. Второй блок, более важный для нас, как для методологов и руководителей школы, это ключевые убеждения и понимания. Они также формируются в имитационных, ролевых, настольных играх. Ключевые убеждения и понимания – это те мысли, в которых уверен человек и на основании которых он принимает то или иное решение и делает тот или иной выбор. В нашем случае это положительные финансовые убеждения, которые помогут вашему ребенку в дальнейшей жизни, когда он уже более плотно начнет обращаться с деньгами. Третий раздел – это привычки, то есть какие-то механические действия, которые выполняются автоматически. Они также формируются в игре. Правильные привычки, правильные денежные привычки, они также способны положительным образом сказаться на будущем вашего ребенка. Ну и четвертый раздел – это качество успешного человека. Они проявляются и укрепляются в ходе нашего обучения. Мы целенаправленно на них не влияем, но мы понимаем, что так или иначе мы их касаемся, и они будут развиваться в ходе наших игр и тренингов. Приходите к нам и сделайте свой первый вклад в будущее вашего ребенка.